Следующий клип. Благо White. 11. Давайте посмотрим, что это такое. Вышел один день назад. Погнали. Сперва считай купюры. Вторых я курю дури. Цвета. Цвета охуенные для Блага. На, еще и фиолетовая водичка, да? Че там происходит рядом с ним? Зачем? Или это просто, типа, ну... Они снимали на локации клип. Там занимался человек. Они такие, бля, он опасный. Лучше не трогать, короче. Пусть занимается. С ними никто не заметит, короче. Все нормально. Крыдаю ночью звук однадцатку. Даже не могу сказать ничего. Вот, надо было так снимать, надо было просто повыше и поближе снимать, а он пусть занимается, да, справа. На дерьмо я выдерму. Let's fucking go over NLO, NLO. Или в другую сторону, да, вот как здесь. Чё кайфово, тут очень много разных локаций и эффектов, да, типа постоянно клип развивается. Вот он идет и развивается. Окей. Окей, да, окей. Да, ништяк, локации, да, сменил как бы хоба, вот это пошла история. Не вернулся туда, да, типа вот возле дома флексить, да, вот как было в начале, то есть тут разная история. Новые эффекты, да, новая движуха. Квартал 11, проебал 11. Окей. Трек, да, трек мы как бы это уже смотрели, да, здесь вопрос именно в клипе. Здесь вопрос в клипе. Клип, опять же, да, вот та же история с той, вот LJ, Моргенштерн, клип поинтереснее здесь. Особенно вот вторая часть, где тоже вот началась абсолютно другая история, да, уже в другом вайбе. Такое вот это все черное, затемненное, да, вот это все чик-чик, короче. Интересно. Угу, тут нам про водичку напомнили, да. Да, тут эффекты, да. Клип интереснее трека. Своеобразный вайб, на котором Благо White находится. Да, вот эти вот цифры он перебирает, и гораздо интереснее получается все это смотреть визуалом, воспринимать, да. Обалденные цвета, вот это мне все прям дико вообще понравилось вначале сразу, да, вот эти все домики, прикидывая, шапка, волосы, вот это все, да, прям его история, короче, да, вот пингвин, да, короче. Угу. Пингвин, это Малкин, вся вот эта история. Хорошая картинка.
Да, хорошая картинка. Вот это я что-то не понял, честно говоря, да, но если надо человека вставить клип, ну, как бы есть масса вариантов вставить его по-разному. Это прикол или это как-то что-то я что-то не понял, да, типа что происходит, зачем вот это? Что это? Зачем, да, вот эти вот, как бы там, бой с тенью, типа здесь, что это происходит, типа с чем связано это? Это фишка, это постмодерн, бро. Если это постмодерн, то клип должен целиком как-то отражать эту идею, да? В клипе нет постмодерна в целом. Клип достаточно четко идет нам по вайбу, показывает нам флекс, роскошь, да, показывает нам стиль, благо показывает цифры и так далее. То есть вот это же не клип Славы КПСС, да, где нам выдают приколдесы, кринжатуру, да, и пиздец. Почему, типа, почему так? Не знаю. У Моргина стрим сейчас начнется. Ну, я залил, бро. Начнется, чё. Вот. Вот это именно, что это. Пусть объяснят мне в комментариях, типа, что это. Он живет в американской деревушке. Отлично, супер, молодец. Вот это кто имеется в виду? Что это? Зачем он здесь, да? Единственный вопрос, да, вот. Вот это все интересно, красиво. Вот это все, ладно, как бы. Его не заметили просто. Ну ладно, хорошо. Да, в общем, вот. То есть, короче, красивый клип на трек, который мне не очень заходит. Что касается клипа, да, ну, где-то... Сколько баллов вы поставили бы? Да, я бы поставил где-то, наверное... Даже с учетом вот спортсмена, да, я бы поставил 8 баллов, наверное, клипу. Мне очень нравится, как идет динамика кадров, мне очень нравится вайб, мне очень нравится, как он отыгрывает легкость, мне очень нравится прикид, вот дрип, все красиво. Я бы 8 поставил баллов, да, благо. Тручок у нас есть на разборе, да, и вот клипец теперь тоже. Да, спасибо тем, кто заморачивается, да, вот делает много графики, пытается прорабатывать все это, прикольно, прикольно.